Завод стальных конструкций «Полимерпрофиль». Производство и продажа профнастила, металлочерепицы, водосточной системы и доборных элементов. Поселок Заокский, Нечаевское шоссе, 19. Добрый вечер. В эфире прогноз погоды. Осень уже не за горами, и поэтому сейчас самое время подумать о новом гардеробе. Приходите в магазин «Дамское счастье». Уже в эти дни там осенняя коллекция и большой выбор теплых пальто. Город Тула, улица Плеханова, дом 45А, остановка Степанова. Погода начала меняться и, к сожалению, не в лучшую сторону. Виной тому скандинавский циклон. Завтрашний день станет самым холодным на этой неделе. Столбики термометров опустятся сразу на 4-5 градусов. Это ночью в Туле всего 6-8, выше 0 по области до плюс 9. После полудня ожидается облачная погода, местами вероятен небольшой дождь. Днем в Туле от 14 до 16 градусов тепла, по области до плюс 17. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер северный 4,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха повышенная около 75%. Геомагнитное поле нестабильное. Конец лета – это время распродаж. Внимание, только 3 дня – 24, 25 и 26 августа. В салоне кожаной одежды «Медея» настоящая тотальная распродажа. Скидки до 90%. Приходите в город Тула, проспект Ленина, дом 82. На этом у меня все. Оставайтесь с нами, не переключайте канал. Всего доброго, до свидания.